Мы находимся в Австралии. Это местечко называется Малулаба. С пляжа прошлись пешком, и вот Марина нам решила тут показать яхточки небольшие, вон туда мы прогулялись, вот так, и возвращаемся. И я наблюдаю, что люди сидят вон, семья, и кушает. Марина говорит, а тут все так специально сделано. Вот эти вот домики, вот, которые здесь скрытые, да, они вот со столами, вот с лавками, вот здесь можно приходить со своей едой и размещаться, устраивать пикник. Без проблем. А я смотрю вдали, говорю, что-то похоже на газовую плиту. Она говорит, да, это газ, здесь можно делать гриль и платить не надо. Только, говорит, убрать надо за собой, то есть чистоту поддерживать. Вот. А так это, пожалуйста, делайте гриль. Вот вода, можно водой воспользоваться, да? Сейчас я проверю. Ну-ка. Да, пожалуйста, ручки помыть, кому надо. И вот воду, мусор, рециклинг распределить такой, такой, такой. То есть тут все по этим, тоже по органически, неорганически. Разделение мусора. Да, вот, вот так все. Ну, я что могу сказать? Пожалуйста, барбекю, эрия, то есть все, все для вас. Нет, после использования. Клининг, да, убрать? Убрать, да, все. Да, ну вот, я говорю, вот, ну просто кайф. Что тут скажешь? Великолепно. Всем привет из Австралии.